1 мая 1935 года. Во время парада на Красной площади Москвы страна слушала голос Константина Эдуардовича Циолковского. Так именую я карапузов с камером оделями, детей у планера, юноши на самолете. Их десятки тысяч ура. На них я возлагаю самые смелые надежды. Они помогут осуществить мои открытия. Они дадут талантливых строителей первого междупланетного корабля.